tomorrow will be the third show of CS's boxing, Cold Wars. And right now we are starting the official weighing-in. Под ваши аплодисменты, участники первого боя. Алексей Евченко, город Челябинск. Алексей Евченко from Челябинск, Russia. Вес боксера 68 килограммов, 100 граммов. 68.1 kg. И его оппонент из древнего и прекрасного города Львов. Виктор Плотников. Please welcome Виктор Плотников from Lviv, Ukraine. Вес боксера 60 килограммов, 67 килограммов ровно. 67 kg. Нормально, у вас же сейчас 8 минут, правильно? У него трусы вещи столько. Ты все, сделай. 68 градусов. 66-700 шоу, и шоу будет продолжено и выдержано в той концепции, которая наконец-то, несмотря ни на что происходящее в мире, состоялась благодаря Аллу Сиеста. Cold Wars as it should be. Well, inviting first, Lucas Bellingham from Portsmouth. United Kingdom. Lucas Bellingham, город Портсмут, Великобритания. Вес боксера 62 килограмма 200 граммов. 62.2 килограммов. Майк, 200 граммов. И его оппонент из города Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Арслан Магомедов. And his opponent from Махачкала, Dagestan Republic, Russian Federation, Arslan Magomedov. 61.6. Вес боксера 61 килограмм 600 граммов. Марат. Ему 200 грамм гоняй. Балингу. Да. Да? Yes. 200 грамм off after we will reweigh, yeah? So Lucas, 62 килограмм limit, yes. So we'll have to reweigh within an hour or something. Just to make sure, not officially, but to make sure that we're all 62, okay? Yeah, okay. Okay. No problem. Freddy, come on. Thanks, sir. Переходим к третьему поединку боксерского шоу Cold Wars. И это будет бой между польским боксером из Великобритании и российским боксером из города Грозный. Первым приглашаем Конрад Машина Стемковский, representing Plymouth, United Kingdom. Вес боксера 72 килограмма 600 граммов. 72 килограмма 600 граммов. И его оппонент из города Грозный, Республика Чечня, Российская Федерация, Рамзан Байсаров. And his opponent from
Grozny City, the Republic of Chechnya, Russian Federation. Ramzan Baysarov. 73 килограмма, 100 граммов. The official weight, 73 kilograms, 100 grams. And a face-off photo. Главному поединку вечера, ожидаемый по обе стороны Ла-Манша и, возможно, стороны океанов. Нас будут смотреть сотни тысяч глаз, и это будет бой между московским боксером и боксером из столицы Великобритании, города Лондона. So, welcoming first for the main event of the evening. Give a round of applause for Kingsley Obi Egbaniki from London, United Kingdom. Вес боксера 70 килограммов 300 граммов. 70 килограмм 300 грамм. И его оппонент из города Электросталь, представляющий Москву, Сергей Шигашев. Yes, Sergey. 70 kilograms, 800 grams, and a face of photo of the fighters of the main event of the evening. Завершена. Всем большое спасибо. Завтра в 22 часа по московскому времени начнется прямая трансляция, за которой будут следить с нетерпением. Всем большое спасибо. Следите за Cold War. This is the boxing.